Испытания, разочарования, болезни и страдания – это часть жизни. Как найти силу и все преодолеть? Этот вопрос часто задают священникам. Не должно унывать и отчаиваться. Мы лишь должны доверяться Богу. Сказать: «Господи, Ты – Творец, Создатель мой, помоги мне в этой и другой ситуации, чтобы я был победителем всего, что происходит в моей жизни, и дабы не соблазниться ничем, и быть верным Тебе до конца моих дней». Испытания, говорят, в церкви даются людям, чтобы укрепить дух и стать лучше. Больше об этом в новом выпуске проекта «На порядок выше» на Первом Приднестровском. Программа по воскресеньям.